Хорошая обостряющая передача. Евдокимов на правый фланг. Карпович. Прострел. Савицкий. Остался один. Многие здесь... Смотри, мы за повтором теперь. Карпович. Ага, руку здесь выставил, да. Еще раз на повторе. Там ответчик. А был. Нарушитель. Чаев. В прошлый раз он угадал, но не сумел вытащить мяч. В этот раз не угадал. Савицкий развел по углам. Счет 1-1. 25-я минута. Неман сравнивает. И сразу же местная публика. 5-я минута. Всего лишь Савицкий здесь исполнил четко. Четко в угол. Такое, ну, редко берется. Только если каким-то особенным образом занять позицию. Ну, это просто угадал, не угадал угол. В этот раз не угадал.